Дорогие земляки, уходит в историю 2020 год. Скоро мы с вами будем встречать Новый год, который был и остается самым любимым праздником для россиян. А 31 декабря миллионы наших граждан соберутся вокруг праздничных столов, будут вспоминать события уходящего года, строить планы на будущее. Чем же запомнился нам год уходящий? Это, конечно, юбилей нашей победы в Великой Отечественной войне. Это рекордный урожай зерновых, собранный в нашей области. Это первый год борьбы с пандемией, который охватил практически весь мир. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность и сказать огромное спасибо нашим докторам, спасающим жизни наших граждан. Хочется верить и надеяться, что наступающий год будет спокойнее, счастливее. Пожелаю всем ульяновцам хорошего новогоднего настроения, оптимизма, счастья и благополучия. А самое главное – здоровья вам и вашим близким. С Новым годом!